Ребята, всем привет, с вами Витя. Как вы знаете, за окном у нас октябрь, а это значит, что много людей в октябре отмечают праздник Хэллоуин. Китайцы тоже, что очень странно, отмечают этот праздник. Ну, по крайней мере, его отмечают в нашем парке. В связи с этими праздниками я работаю месяц без выходных. А как я работаю, покажу прямо в этом видео, потому что у нас новая позиция. Мы работаем в комнатах страха при парке. Это такие помещения, где живые актеры, ты проходишь сквозь лабиринт с ужасов, и тебя пугают живые люди. В общем, вы сейчас сами все увидите, а я не буду вас задерживать. Дамы и господа, позвольте представиться. Меня зовут Богдан, и я здесь главный. Третий. И мы зажигаем свои волны. Мы не выходим. Это мой монстр. Он съест всех вас. Они все тупые. Я расскажу вам секрет, как пройти эту комнату. Выживете, уйдете, сдохните, здесь останетесь. Все как бы верни мне, что-нибудь шоу тебе бери. Я ожила, все и так добрые, все так добрые. One, two, three, go! Смотрите, какая большая очередь на комнату эту страха. Сколько людей хочет ее посетить? Это еще не конец, кстати. Там сзади проходит. Все это находится на территории аквапарка, в котором мы работали летом. Теперь его переделали вот в октябре под Хэллоуин, под комнаты страха. Walkers, free entry. Сейчас мы зашли в другую комнату страха, в которой мы не работаем. Но работают другие люди. Ля, прибито. Ничего нельзя взять, все прибито. О, здесь круто уже. Да ну нахрен. Охеренно. А здесь намного лучше декорации и костюмы, чем у нас. Смотрите, какие? Не знаю, вам видно тут что-то? Тут очень темно. Я боюсь. Это же с игры. Это персонаж с игры Identity 5, вот этой новой. Давай, засними меня. Я не знаю, что вам видно. Возможно, вам что-то видно, возможно и нет. Сюда из дырочек дует воздух. Спрессовано. Это было довольно-таки прикольно. Тебе понравилось? Да. Тебе понравилось? Да. Тебе понравилось? Да тут ты знаешь, мы все группы довольны. Забавно все это. В целом праздник ни о чем, но сама атмосфера, когда раз в год можно попугать друг друга, и в целом это все наряжение. Очень даже прикольно. А вот здесь работаем мы. Давайте я первый пройду. Вот так себя запускаю. Нихао. У нас менее, конечно, страшное, у нас не такие крутые костюмы у всех. Нормально.
Давайте хоть покричим, чтобы все знали, что кто-то идет. Я врезался в куст. Ты же 6 часов работаешь тут. Приветики. Приветики. Все, давайте стоять, пока они не перестанут качать. Ладно, все, отдыхайте. Ну, на этом наша комната подошла к концу, и мы закончили свою комнату. Вот тут мы и работаем, в общем-то. Мы пришли в парк, чтобы посмотреть на остальные комнаты страха, которые находятся непосредственно в парке развлечений Happy Valley. Народ уже медленно уходит домой, а мы идем. А что вы ищете? Настя в туалет ходит. Пошлите посмотрим, какой же туалет в парке Happy Valley in Wuhan. Кому интересно. Вот такой вот веселый туалет в Хуанлуку. Ничего особенного, обычная такая плиточка. Небольшие плюсы в работе все-таки есть. Работая в комнате страха, я себе нашел Xiaomi Mi Band. Просто валялся на полу, никто за ним не вернулся, и я подумал, почему бы себе его не взять. Работал, смотрел, какая-то круглая штука черная валяется на полу. Потом под конец, когда мне уже надо было уходить, решил посмотреть, что это за штука. У нас просто по всему коридору валяются колечки от искусственной цепи, типа... И я подумал, ну просто буснул, посмотрел, взял в руки, а это оказался браслет Xiaomi. Очень приятный подарок, спасибо, судьба. Людей в этот период очень много. Наш переводчик говорит, что иногда бывает по 40 тысяч человек. И это очень много для этого парка. А мы вот достигли той точки, куда мы направлялись. И это же комната дикого страха. А в этой комнате все механическое почти. Может тут есть люди живые, но в основном тут все механическое. Да нет, вряд ли это актеры. Тут жарко. Здесь пахнет резиной какой-то пахнет. Мне кажется, это какой-то переделанный. Или я тут давно... Я был тут, когда только приехал в парк. Но я давно здесь не был, поэтому тут... Здесь все... Это я. Я просто кричу, потому что мне нравится. Ага, там бабуль стоит какой-то. А мы его... А что, ребята? Мяу.
Что такое? Чувак тупо со стены выбежал сзади, вообще не ожидали мы. Это круто. Обнял. Обнял? Ой, тут мягко качает. О, круто вообще. Че? Это круто, оно болтается так, кстати. Тут, походу, что-то переделали, а тут или да, тут я да, не да. был. Да, здесь же ее сделали по новому. Привет. Не, с крутыми, с живыми актерами это круто. Аккуратно, башку не придавите. Все-таки эту комнату переделывали, когда это был последний раз, и не так было вообще все. Боже, мне кажется, что все двигается. А я, знаешь, я думал вообще, что это робот, но потом увидел обувь. Почему этот обувь за нами? А если вам нравится это видео, поставьте лайк обязательно. Почему Вича идет первая хуба от видео? Хэллоуин как-никак, время праздников. Все смотрели «Зеленую милю»? У нас есть курсовод сзади. Посмотрите направо. Ой, страшная какая-то дверь. И тут тоже неприятно. Это тупо, извините, пожалуйста, автоматы, но тут стены падают. Что это? В этом видео будет много матов, пожалуйста, извините. Вообще не ожидаешь, какая будет прыгать на тебя. Ты думаешь, какая там будет? Я думаю, да. Что мы продвигаемся дальше. Давайте постоим чуть-чуть, потому что там китайцы идут, мы все не увидим прикола. Давайте. Напишите здесь ваши впечатления. Хорошо. Все, пойдемте. Я иду первый, потому что мне надо снимать. Потому что я стою первой. Ага. Да, ага, интересно. Попка немножко, конечно, не то. А тут, кстати, классно, прохладненько тогда. Да. Можно... Тяжело, я уже вообще. Ой, так прикольно. Выходи, пёс Барбос. Это что-то будет страшное. Тут довольно-таки атмосферно. Ой! О, hello. Мы уже работаем в неделю в комнате страха, нам не это страшно. Очень... Сейчас полбу как даст. Ой, надо поправить прическу. Смотрите назад все время, пожалуйста. В смысле? Это же Козак. Это какая-то гробница, наверное. Пошли. Наверное, какая-то гробница. Сейчас она такая опускаться. Наверное, гробница какая-то, мы сейчас в туннельчике. Ребята, как дела? Здесь, кстати, такой звук, это можно записывать голос, пошли, хорошо. Пошли. Вот такой неприятный. Что это сейчас произошло? Открылся тут гроб. Тут Коля должен сидеть. Только не выскакивай на нас. Михао. Там кто? Anybody home? Куаче кулькуно? Куаче кулькуно? Знаете, есть канал, там, где чувак по всяким домам ездит. Испугала меня. По всяким домам ездит и типа привидений ищет. И он все время говорит Квасе Кулькуно. Что?
Смотрите на это. Да, он дышит. Эта комната тоже очень страшная, кстати. Если идти одному. Точно, скажи, как это херня. Вся осень. Осторожно написано. Витя! Мальчик-мальчик. Он сам... Ты почему ты ходишь за мной? Почему ты за нами ходишь? Он сам испугался, кстати. Вы рады? Это комната страха вся по пиратской тематике такой. О, Джек Воробей. Тут очень круто. Это твоя тёзка. Так нравится пугать людей. Я уже знаю, по какому принципу сделаны комнаты страха, и уже из-за угла уже заранее могу выглядывать. И тут может кто-то прятаться. Ну испугай этих. Ну, на этом все. Как эта комната? Насколько вы ее оцениваете по 5-бальной шкале? 7 из 10.